Турнир в Баня Лука. Да, это первый выезд. Я готовились к нему. Там как-то ну, вот, такие неудачи во Франции еще как бы ну, в памяти сохранились. Но это, правда, турнир уже взрослый. Ну, кроме того, надо выполнять нормы. Конечно, все хорошо. Первый СССР, высшая лига, все эти победы. Но вообще-то нужны результаты, нормативы. Значит, задача стать международным мастером. В идеале это можно сделать было, выполнив гроссмейстерскую норму сразу. Выполняешь гроссмейстерскую норму, значит, получаешь сразу как бы 2 балла международного мастера. Ситуация в какой-то мере схожая была с Минском 1978 года, но там как бы была реакция даже бы жестче, потому что что это такое там? Советский присылает вообще там мальчик. Мастер без рейтинга. Ведь у меня рейтинга нет просто на самом деле. А в тот момент как бы все это как бы в систему только как бы устаканивалось. И вообще... приезжает парень, у которого рейтинг 2200. Потому что международный рейтинг, как бы, ну, надо было его пересчитать, в принципе, значит. И никто не торопился засчитывать советский рейтинг, который там уже должен был, там, в принципе, за 2500 уходить. Там очень громко возмущался, особенно вот гроссмейстер Вукич. Что это вообще, это просто оскорбление. Что это такое вообще? Как это так вообще? Приезжает мальчик сюда вообще. И рейтинга нету. Ну, и организаторы тоже, они, конечно, ну, интересно было, что там получится, вот как бы. Но, с другой стороны, опять, Потвинник звонил там, в принципе. Ну, и, в общем-то, советские все-таки. В итоге все-таки прислали, как говорится, ну, там, Тигран Вартанович Петросян приехал все-таки еще. Но турнир был приличный, там, в общем, как бы, Вульф Андерсен играл, там, Ян Смейкл играл. То есть, там, были, в общем, ну, естественно, большинство было местных шахматистов там. Перед отъездом мама там куда-то пошла в Баку в ателье, чтобы какой-то пиджак там сшить. Ну, вообще как-то надо, ну, опять ресурсы были там как бы сильно ограничены, хотя уже какие-то деньги это начал там минимальные зарабатывать, но все равно общем, надо было как-то там подготовиться. Ну, в общем, все это было очень так по любым меркам довольно примитивно. Потом мы приехали в Москву, значит, поехали, значит, позвали на дачу к Тиграну Вартановичу. Значит, ну, познакомиться надо было. Вот. Очень дружелюбно было все, значит, вот. Значит, ну, не знали мы, конечно, что еще нам придется несколько раз вместе выезжать. Вот. Ну, в общем, Рома сказал, так, в 53-м году Тигран поехал на турнир в Бухаресте со Спасским. Ему было 16 лет тоже, вспомнил, со Спасским поехал. Имейте в виду, вот. В общем, такой, у него легкая рука там, значит, как бы, вот, значит, путевка в большую жизнь, шахматы, в общем. А мы полетели, значит, турнир. Такой очень провинциальный город, югославский. Ну, играли тогда в шахматы везде в Югославии. Страна, в которой шахмат был не меньше, если не больше, чем в Советском Союзе. Ну, снова я смотрю, состав большой там. Я не помню, какая была норма гроссмейстера, но я понимал, что я вполне ее могу выполнить. Как бы. Ну, чуть не было нормы. Да. Но вот этот рейтинг как-то давит. Повезло по жребию, в первом туре играл с Тигран Вартанович. Вот сразу. Значит, играем, значит, он что-то решился. Я пошел Е4. А он на перед партией, когда мы вместе обедали, как бы, он, в общем, явно намекал, что вообще-то... Ой, спокойно. Вообще, да, как-то, ну, советский. Ну, я... Подсознание у меня это была мысль, была, в принципе. Я сам пошел Е4, он как-то там Е5, испанская какая-то. Я не пошел Д5, как я обычно играю. Пошел конь Д2, он... В общем, он пошел слон Д7, а все равно потом ушел Д5 как-то. Вот, как бы, за корову позицию. А он плохо слышал, у него слуховой аппарат, но его снимал, поэтому как бы там вообще мог не услышать ничья, в общем. Позиция, там где-то я пошел там G4 в какой-то момент, он там H5 пошел, я там пробиваю на H5. Мне кажется, у меня было немножко приятнее. Позиция была, вот как бы. Но Тигран Вартанович продолжал ничью. Что делать? Да? Ну, и я как. В общем, был доволен Тигран Вартанович. Сыграли ничего в первом туре. Я говорю, слава богу, как партия закрылась. Значит, в следующем туре я играю с Шибаревичем. Я говорю, Тигран Вартанович, вот, что играть, в принципе, на Федоровича? Я говорю, ну, там, если играть
Я говорю, каракан или цыплянку? Он говорит, ты что думаешь вообще, в принципе? Ну, каракан, будешь играть. Я же играл в каракан. Играть будешь 50 ходов. В принципе. Маленький перевес, потому что значит, тебе это надо. Играй в цыплянскую. Играй в цыплянскую, все кончится гораздо быстрее. Uh-huh. Да? А, кстати, тут я даже забыл сказать, что в 1978 год, когда, значит, закончился турнир, значит, Гуфельд позвал всех на большую вечеринку. Вот, значит, да. Мы там сидим, значит, там очень такой идет откровенный разговор, то, естественно, люди много пьют уже, все. Гуфельд меня смотрит и говорит, ну, каракан, тебе не стыдно играть этот дебют? А он же играл в дракон всегда. Uh-huh. Я говорю, ну, я не знаю. Посмотри на себя в зеркало. Ты же мафиози, сицилианско. Посмотри на себя в зеркало. Как тебе не стыдно? В общем, Гуфельд. И еще, значит, здесь... Капали немножко на мозги. Да. Значит, Петр говорит, слушай, играй. Ну, убедил меня Тигран Вартанович. Сыграл я сицилианку, там Швинген получается. Ну, все четко. Естественно, там партия там как-то кончилась там. До откладывания. Тигран Вартанович, сейчас. Ну, я же тебе говорил просто. А, вот еще Браун там играл, вот, из сильных шахматистов. Mm-hmm. Как раз с ним в третьем туре я попадаю в партию. Вот. И там как бы, ну, у меня еще там репертуара такого не было четкого. Значит, ну, я решил на мандиску со 2-3 играть. Mm-hmm. Вот. Ну, Браун там какую-то левую систему, там, с C5 играет. В общем, я быстро получаю инициативу. Но он явно не понимал, с кем он имеет дело. Uh-huh. Ему казалось, что он там будет там как-то маневрировать. Там, просто я там расставил фигуры, прорвался по центру, значит, просто и там, ну, просто он там в очередном цейтноте, ну, просто uh-huh. я шансов не оставил никаких. Просто, ну, как сейчас говорят, на разнице в классе. Uh-huh. Народ начинает там волноваться, потому что вообще-то, ну, рейтинг у меня, конечно, нету, но вообще-то как-то партию выигрываю. В четвертом туре я очень легко обыгрывает кубинца какого-то, просто там ходу, по-моему, в 25 черных. Uh-huh. Просто там вообще просто у нас такая старандийская, потом такая модификация волжского гамбита, жертву пешку, там просто, в общем, опять все фигуры там просто uh-huh. там, черный заходит в лагерь белых, там 25-му ходу белых просто нет просто uh-huh. там. Я там, то есть, Марричем партия, значит, я там тоже свою разработку, значит, ну, рискованную, но по тем временам, как бы, это опять было новое слово, значит, это ферзевый гамбит и система сверстства и 3-0 игра. Так там играли еще во времена Акибы Рубинштейна, но потом забраковали, естественно. А я там какие-то там посмотрел там теоретически там, значит, вот, то, что написано было в энциклопедиях, там, значит, вот, в информаторах. И, в общем, придумал там собственные идеи, в общем, как там, очень интересные жертвы там. Марович, ну, такой почтенный гроссмейстер, там, ввел там, как этот шахматный, я не знаю, вестник-то, в общем, ночью человек писал, журналы сдает вообще. Тут так не играют в шахматы. Что такое? В ферзевом гамбите там 3-0 человек ходит. Что такое? Как это? Так не положено, в общем. Mm-hmm. Очень сложная партия была. Он явно не справился со всеми проблемами, как бы. Я в итоге инициативу захватил. Хотя, как бы, ходы, которыми я гордился, вот, как бы, потом компьютер сообщил, что, в общем, гордиться этим было не обязательно. Компьютер да. просто какой-то апатикил. Да. Вот, значит. Но, тем не менее, как бы, получая выигранную позицию, потом в очередной раз, как бы, там, ну, расслабился, устал, допуская ошибку, в общем, он какую-то получил контр-игру, но у него же времени не хватало. В итоге он в цейтноте флагу уронил, в общем, я партию выигрываю. Вот. Но все равно впечатление производит партия, потому что опять mm-hmm. так не играют как бы, вот, в такой манере. И карта заканчивается, и там я вижу человек такой высокий, я не знал, это Дмитрий Белец был. Журналист такой mm-hmm. известный, он в этот момент был, видимо, проходил какую-то там службу там, в армии, там, ну, резервист. Mm-hmm. И он был в форме офицера югославской армии, значит, и он так сбегает и говорит, это новый Фишер, кричит. Вот. Я тоже возгордился. Значит, новый Фишер, значит, 4.5 из 5 у меня. В шестом туре я играю со Смейклом. Ну, ходу на 12-м там, может, был сдаться уже черными, там, странистка, что-то я, ну, может, там, на 14-м. Но она начинает сопротивляться отчаянно, а Смейков, он цейтнотчик, в общем, он там не может найти форсированный выигрыш, в итоге он попадает в цейтнот, и в итоге и как-то вот, позиция у меня не очень хорошая, но уже, в общем, там он в панике, в общем-то, я ему ничего предлагаю, как бы он соглашается. Mm-hmm. А потом я еще 4 партии выигрываю. Просто начинаю, я там выиграл Кнежевича я выиграл, у меня здесь, если я не ошибаюсь, значит, белыми я выиграл. А, у Марьяновича, у Кнежевича,
А потом Букич и Вукич. Сначала Букича, причем Букич, да, два. Значит, два Букича, брата. Букича. В общем, я выигрывал уже, не важно, какие позиции, значит, да, значит, я... Букич, длинная партия, в итоге конь с эндшпилем, там, по-моему, там, там ладья коней 2 против ладьи коня и пешки. Я выигрываю эндшпиль. При доигрывании, там, это с Петроном Артановичем обсудим как-то, мы там ходили, мы обедали вместе. Хорошо сыграли сразу там, значит, вот он там какие-то советы давал, все, значит. Хотя тоже немножко это самое, так, Артанович как-то слишком уж много очков набирает, да, значит, да. Но виду не подавал, на самом деле, так. Вот, а в 10-м туре партия с Вукичем, вот с тем самым Вукичем, который, в общем, страшно недоволен был тем, что я, значит, да, ну... приехал. У меня уже был 8 из 9 в этот момент. Вот как бы после партии стало 9 из 10. Просто, да, просто в одну калитку была партия. Причем я помню, что он там что-то это самое, он там что-то жаловался, что я не так смотрю на него. Ему с зала там быстро объяснили там на родном языке, что... Игра в шахматы, что, да? Игра в шахматы, я не жалуюсь. В общем, стало 9 из 10. Тут возникает очень интересная дилемма. Что с моим рейтингом делать? Дело в том, что если у меня 2200, то мне надо давать рейтинг по первому турниру. А там уже... Дальше народ начал считать, что если я буду так играть, то там 2850, может, вполне получится. Не, ну как-то просто... Да. Если... Да. Тогда не было этих правил количества партий. То есть там просто турнир, и тебе дают по турниру. И сразу присваивают. Паника наступает, в общем. Там, между прочим, в СССР тоже там народ напрягся, потому что там у Карпова там 2700 с чем-то, а здесь сейчас... Как с этим справиться? Приходит бумага, что вообще-то рейтинг-то у меня есть советский. Ну, тут они сообразили, да? Оказывается, рейтинг-то у меня есть, на самом деле. На самом деле, там что-то там порядка 2500, рейтинг уже есть. Поэтому, значит, срочно надо этот рейтинг включить. Хотя в исходном списке турнира у меня было 2200. Но, правда, на финише я там, конечно, начинаю тормозиться сильно, потому что... Ну, честно говоря... Ну, не знаю, как-то не получилось. Там с Матановичем партия какая-то... Ну... А Матанович, Гарсия, Курайца, 3 партии, в общем, были, значит, достаточно короткие ничьи. Гарсия, правда, потому что там какие-то проблемы передо мной поставил в Страндийской, но там я их решил. А эти две партии... А, Сандерс, Ульфом была ничья, короткая ничья с Ульфом была. Я черными играл, вот. Ну, Ульф всегда был осторожен, как бы, да. Вот, как бы за первое место понял, что бороться уже не получится. Вот, значит, я сделал 4 ничьи, потом играл с Адарьяном. Вот как раз с ним у меня там выстроятся отношения такие потом шахматные. Вот, такая борьба была серьезная у нас. Такой, ну, что там, новинку принял в Швейнгене. Там, вот, ну, в итоге кончил все ничьей. Там такая очень хорошая партия была. Тема рейтинга закрылась. То есть я даже помню, я там считал рейтинг, на что Адарьян мне, он говорит, слушай, ну, что ты нервничаешь, говорит, все равно тебя засчитают вот это самое. Вот у тебя будет... Начнешь со своих 2500, тебе никто тебе в жизни там, эти 2700 там, с чем-то не засчитает. Ну, да. Вот, значит, поэтому как бы, турнир как бы, закрылся. Значит, вот я не помню. 11,5 из 15 вы набрали? Там, я набрал. Сейчас, как один? 11,5. 11,5 из 15? 11,5 из 15, да. Плюс 8 я набрал. Да. Плюс 8 набрал. Значит, у меня там рейтинг 25-45 уже был. Ну, по тем временам огромный рейтинг, на самом деле. Да. А вы на тот момент были мастером, да? Я был просто мастером. Советским мастером. Да. Национальным мастером был просто. Значит, а дальше происходит, значит, как бы, я становлюсь международным мастером уже. Но интересно, что как бы вот тут... я даже не понимаю, почему это произошло. Мне как бы засчитали этот турнир с гроссмейстерским баллом. То есть вот то, что я сказал, что на самом деле я проскочил одну ступень. Международного мастера? Дело в том, что как бы международный мастер надо 2 раза выполнить норму. Да. Или 11 норму гроссмейстера выполнить. Я выполнил норму гроссмейстера, но так я там набрал еще... хреново тучу очков, то мне, значит, засчитали 2 балла международного мастера и еще 1 балл гроссмейстера дали просто. Значит, как бы, ну, не знаю почему. Честно, чего они так расщедрились, непонятно, как бы. Ну, понятно, что я бы все равно, как бы, это сделал бы, вот, выполнил. Всегда. Но, ну, просто упростили задачу, мне осталось выполнить еще 1 норму гроссмейстера. Ну, опять, у меня рейтинг уже был тогда, я говорю, там, 2500, я не знаю, 40, по-моему, 545 у меня после турнира был. Сегодня это, конечно, ерунда. В тот момент это... Тогда... В первую, ну, я думаю, что это точно первая сотня была. Я думаю, что это даже, может быть, ну, где-то... Я думаю, что это 50 точно. Первые 50, да, скорее всего, конечно, учитывается. Там двадцатку замыкали люди с 2600, скорее всего, я думаю. Нет. Там, 20... Сколько там? Сколько нет. Там как, 2700? Как, сколько людей? Где? В рейтинге. 2700? Да. Один человек? Один. Нет, 2600 было...
человек 5-6. Ну, нет, 2600 было человек 5-6. На самом деле мало. Ну да, так от 2545. Ну да, ну да, скорее всего, да. Да, я думаю, что я просто не буду. Ну, может быть, первые 50. Ну, в общем, понятно, что уже я уже вошел вот в элиту шахматную. Значит, 79-й год, значит, после этого я возвращаюсь. Ну, я сказал уже, значит, этот турнир решил все материальные проблемы. Угу. Потому что помимо там этих 3000 долларов, 54 тысячи динаров тогда это было. Бешеные деньги. Да, да. Ну, там система обмена. Кстати, вот это же Петросян и Карпов добились в 75-м году очень выгодных условий для шахматистов. То есть мы имели самый выгодный курс, да? Обмена, потому что мы могли бы сохраняли, в общем, почти 60% приза сохранялось у тебя. Вот. Плюс Тигран Вартанович там организовал сеансы. Ну, это было здесь, конечно. И тут сеансы, там сеансы. Да. Поэтому я еще закассировал все дополнительные деньги. Вот. Ну вот, а причем там по тем временам платили очень хорошо, как бы вот. И, в общем, я вернулся домой, как бы, знаешь, королем. Вот. А потом спартакиада народа в СССР, значит, ну, я за Азербайджан играл, мы там сборы проводили, там, ну, уже я и по рейтингу превосходил Багирова, естественно, и по результатам я в высшей лиге играл, он вылетел в первую лигу. Но он говорит, ну, слушай, ну, да, я сказал, пожалуйста, в принципе, играйте на первой доске, как бы, да. Но команда наша провалилась. Мы играли в турнире в группе из пяти команд. Значит, там РСФСР была, безусловно, сильнейшая команда РСФСР, Латвия, РСФСР, Латвия, Эстония и Молдавия. Uh-huh. Вот. Вот. Я, естественно, думал, мы сейчас будем бороться за выход в главный финал. Багиров очень скептичен был, говорил, что надо было во второй выйти, потому что группа такая сильная, что можно оказаться в третьем. Где мы оказались в итоге? В принципе, оказались в третьем финале. Вот, я проиграл Венгольду во втором туре, ничью с Гипштисом сделал, белыми, бесцветную, в этом, в еже хеджхоге. Проиграл Венгольду с трандийской, такую партию, мастеру эстонскому. Вот, там, сделал с Молдавией ничья, была Веркин, но зато выиграл у Полугайского в очередной раз. Там, значит, клиент появился. Значит, там играли мы, значит, Сицилианскую, значит, там получилась такая модификация атаки Керрис, я там атаковал, Лео хорошо защищался, в общем, отбился, даже инициативу перехватил там в Эншпиле. Ему казалось, что в Эншпиле уже есть шанс на победу. Вот, я предложил ничью, он отказался, такой в обоюдном цейтноте отказался, вот, зевнул тактику и проиграл. Вот. Багиров посмотрел, он же был тренером Лугаевского какое-то время. Он сказал, что интересно, значит, в Тбилиси он не услышал, здесь отказался, дальше будет принимать сразу. Что и было. Дальше какой-то проблем не было с его Абрамовичем. Вот, значит, в третьем финале я там четыре партии играл, я там три выиграл. Легко. Кстати, выиграл четвертую, взял бы еще первое место на своей доске, как бы вот. Ну, так, за счет какого уровня соперников. Но там я там с каким-то мастером из Таджикистана играл так безобразно. Мастер Говбиндер, по-моему, фамилия была его. Таджикистан. Должен был проиграть, но там, сделал чудом ничью. В итоге это плюс 3 набрал, как бы рейтинг она не потерял. В общем-то, ну... Доску Белявки выиграл. Он выиграл Полугаевского в последнем туре. В варианте Полугаевского, знаете, такой. И в конце спартакиады я впервые познакомился с Кампоманосом. Там приехал, Кампоманос приехал. Я-то... А он уже был президентом? Нет. Стоп, это какой? 79-й год? 79-й год, да. Но приехал-то он не просто... Там был Олафсон, да, президент? Да, но приехал-то не просто так. Я полагаю, что приехал там как бы на переговоры там, вот, с кураторами своими. Вот. Ну, я такие детали вообще не знал. Просто Кампоманос какой-то человек там просто там известный, там что-то организовывает, вот. Ну, просто запомнил. Что встретились, да, он говорит, как два слова. А, кстати, как тогда... Ситуация была политическая, назовем ее так, такую линию все-таки в шахматах. Ну, ваша личная. Ну, политическая. Дома какая-то поддержка уже появилась? Политическая ситуация для меня как бы... Ну, во-первых, всегда как меня немножко поддерживали, в принципе. Ну, вот, спорткомитет Азербайджана оказывал какую-то поддержку. Вот. Но принципиальный момент, конечно, это сам, когда после бани Луки я приезжаю, значит, и нам звонят, что меня принимает Алиев. Вот, как бы. Но это уже другая ситуация совершенно, как бы, да. Значит, и как прошло общение? Очень хорошо прошло. Мы были с мамой там, как бы, вот, значит, представитель спорткомитета там, значит, секретарь там ЦК какой-то очередной сидел. Вот. Но он-то как раз вот видел перспективу, как бы, причем
его не смущало то, что армянин, как бы, в Азербайджане, как бы, главное, что из Баку. И эта поддержка, на самом деле, будет играть решающую роль в том, что меня не смогут снять с пробега. Потому что можно рассказывать байки о том, что Алиев там кого-то вмешивался. Меня просто несколько раз могли снимать с пробега. Или не давать возможности себя реализовывать, потому что блок можно ставить там, перед человеком в Советском Союзе, можно было ставить там, разными способами. Разных фронтах. Да, способами там, в разных ситуациях. Прием у Алиева гарантирует, что будет уже поддержка внутри, значит, и мне позволяет построить базу. Вот, в принципе, начиная с 80-х, ну, это 80-й год. В начале мы начинаем, может, даже во второй половине. Когда мама уже уходит с работы, вот, она потом все-таки совмещала. Значит, у нас там будет уже база, вот в Загульбе строится, то есть как бы там постоянно санаторий 4-го управления, там, значит, будут номера, как бы, то есть я могу туда приезжать. Вот. Хотя мы как бы в основном как бы финансировали сами, то есть я уже как бы... У меня появляется возможность как бы самому там, как бы, вкладываться в это, но есть все равно помощь. А плюс там как бы в тот момент важно, там, дается там, значит, там, доступ к первому магазину, то есть возможность покупать нормальные продукты. Вот. А плюс он дает еще, ну, как бы, с его подачи как бы, значит, новую квартиру. В том же доме, где бабушка. Маленькая квартира, там, там двух комнат, но тем не менее все равно появляется как бы вот своя квартира, 79-й год. Вот. В тот момент, мне кажется, еще как бы еще не до меня. В том плане, что как бы есть еще как Корчной. На самом деле проблема Корчного существует. Как бы он там, скорее всего, как становится потенциальным как бы, ну, претендентом. Поэтому там мысли, там, естественно, Карпова, естественно, и, там, и, все, и карповское окружение, ну и покровители Карпова в верхушке советской, они думают все-таки об этом пока. Вот. Но то, что есть потенциальная опасность, они уже знают. Потому что я, в общем, поднимаюсь достаточно быстро, и видно, что, в общем, в 1984 году очень может быть я выйду домой с первенства мира. Потому что темп роста очень большой, как бы. И опять, все равно это есть много препятствий, потому что надо пройти квалификацию. Советская квалификация, на самом деле, большая проблема. Надо советские зональные турниры, гарантии выхода межзональные не давали там. Сколько раз там Леонид Штейн пытался. Да, сколько Борис Паски, в принципе, не проходил. То есть на самом деле советские зоны были препятствием даже для самых сильных шахматистов. Поэтому там надо это пройти, зона межзональный. Вот, надо все-таки это, нужны победы постоянные. Вот, да. А потом матчи претендентов. То есть, как бы, и тем не менее, как бы вот значит, уже так на радаре был. И, наверное, уже какие-то планы строились, но, я повторяю, к этому моменту, 79-й год, даже 80-й год еще, это не было первоочередной задачей. Потому что, да, конечно. Впереди все-таки еще у Карпова был второй матч с Корчным. Вот. А для меня это был как бы хороший период, потому что я, в общем, мог как бы заниматься, то есть уже появились организационные возможности достаточные. Понятно, что уже профессиональная шахматная жизнь, там, понятно, что там цель, выход там межзональный, там, звание чемпиона мира. Я даже помню, что когда вот я после Бани Луки приехал, в 79-й, там же был межзональный в 79-м. И вот тогда дядя Леня, значит, он маме говорит, Клара, говорит, Аида, говорит, в принципе, тебе надо сейчас обязательно, ты же более Алиеву, значит, надо это самое добиваться, чтобы он там позвонил, чтобы Гарика включили в межзональный. Он говорит, зачем? Как ты что, сейчас же он же тут. Он говорит, зачем? Межзональный надо играть, чтобы выходить. Это не тренировочный турнир. Ну, понятно, что никуда пока не выйдет. Зачем мы будем сейчас перенапрягаться? Через 3 года будет играть, в принципе, как бы. Зачем сейчас куда-то спешить? То есть мама все время как-то мудро чуть-чуть сдерживала, да? Мама считала, у нее как, ну что, ну это, она же менеджер, организатор всегда. Иначе она просто понимает, что какие-то вещи должны дозреть. На самом деле, как бы, и понятно, цель там стать чемпионом мира. Но лучше не проваливаться на этом пути. То есть она как бы всегда вот как бы, ну, давала, ну, как правильную установку. Но она вообще вас чувствовала хорошо, очень знала хорошо. Ну, да? Естественно, да. Но как бы это, ну, не всегда это так говорит. Ну, да, но у нас просто как, после того, как не стала папой, она же как бы вся ее жизнь, она, вся жизнь абсолютно ее как бы переключается на меня. То есть поэтому она этим живет только. Вот, вот до самого последнего дня будет жить только вот этим. Вот это вся ее жизнь, она будет связана так иначе со мной. Даже когда, ну, не будет шахмат, уже другая история будет. Тем более, что я какой-то момент вынужден буду уехать из России. Для нее это, конечно, было, конечно,
большой тяжелый удар, в принципе, но как бы вот ну, телефонная связь, там, скайпы, там, все помогали как-то поддерживать этот контакт. Но она все будет жить только вот этим. И в тот момент, как бы, вот она еще продолжает работать, но это по инерции уже. Причем я даже помню, я там приходил к ней на работу, там давал сеанс давал, как-то вот, но вот она работала в институте АЗНИИТ, Азербайджанский, там, научно-исследовательский электротехнический институт. Вот. Вот. Но уже понятно, она, как говорится, готовится уходить, потому что никакой нужды в этих деньгах нету. То есть я уже начинаю зарабатывать хорошо, а нужна организационная помощь. То есть вот это. И, по-моему, она уйдет в конце 80-го, в начале 81-го года, окончательно. Все, она переключается на эту работу. То есть она будет возглавлять не лабораторию, там, а конкретно будет возглавлять уже наших. Ну, это команда, на самом деле. Команда может меняться, но вот она будет как бы рулять. Да, вот вообще тогда, это же, по сути, карповское изобретение, большая команда, которая на тебя работает. До него все-таки такого не было. Фишер сам работал. Корчной кого-то брал, но тоже больше сам работал. Ну, на самом деле, во-первых, объем информации вырастает, как бы. Значит, естественно, уже другая подготовка требуется. Потом, в принципе, перед матчем с Фишером у Спасского тоже большую команду собирают. Но опять, это как бы буквально вот... Так, да, конечно, там один тренер, один секундант. Вот. Ну, да, это... Ну, но вы уже тогда, по сути, собрали команду. Ну, Никитин Шакаров это ядро было, в принципе. Значит, как бы, значит, ну, я говорю, Ботвинник просто был как бы там... Рассмотрящий. Супервайзер. Я как бы, да, значит, назовем, да, такой учитель вот был. А, значит, это только уже в 81-м году потребуется создание команды. Вот, ну, уже профессиональной команды для межзонального матча претендентов и, естественно, матча на первенство мира. Она будет собираться уже вот как с 81-го года. Последовательно будет приходить. Так пока были вот Никитин и Шакаров. Никитин концентрируется полностью на этом. Шакаров какие-то там еще имеет там какие-то функции с азербайджанской сборной, но реально тоже работает только со мной уже. То есть вот, ну, да, есть два человека. Можно работать. Ну, пока назвать командой по нынешним меркам это достаточно. По нынешним меркам, но по тем меркам это все-таки уже какой-то коллектив, который... Да, естественно, да. Ну, главное, что это люди, с которыми, которых я знал, с которыми как мы уже шли долго уже. То есть, так сказать, в 79-м году как бы, уже он сработавшийся слаженный коллектив. Да. А, значит, последний турнир 79-го года это первенство СССР. На этот раз я уже еду туда не сказал фаворитом, но я, в общем, еду туда с амбициями. С амбициями, да. И уже все понимают, что, в общем, я туда приехал не просто так. Я, естественно, сам молодой. Там туда уже выходит Юсупов из первой лиги, между прочим. Вот как бы. Вот. Соперничество возобновляется. В какой-то момент, значит, было... Там, он резко ушел вперед, я оказался сзади. Потом я вырвался вперед, как бы, значит, да, значит, вышел в высшую лигу. Ну, Артур там добрался, значит. Кстати, Долматов тоже вышел из первой лиги. То есть, на самом деле, значит, причем Долматов же в 77-м в конце станет чемпионом Европы, тоже станет международным мастером, вот как бы до 20 лет. То есть у них был в начале 78-го у них был перевес. Потом, как бы, значит, я догнал, даже вышел вперед за счет вот этих успехов своих, и они выходят в высшую лигу, то есть поэтому там все соперничество возобновляется, на этот раз мощную уже. Но у меня, конечно, опыт есть, в принципе, игры в высшей лиге, но, тем не менее, турнир-то все равно очень сильный. Как бы, значит, Цышковский, который выиграл турнир в Тбилиси, вот, он потом набирает, там, по-моему, там, плюс 5 набирает, а в Минске он проваливается, набирает минус 5, в принципе, да. На что Гуфельд, естественно, конечно, отреагировал, сказал, угол падения равен углу отражения. Такой, значит, комментарий был. И Минск начинает первый тур Георгадзе. Вот, значит, он причем подготовил там к турниру, он подготовил систему в защите Филидора с третьим взятием, значит, на D4 здесь, значит. Вот, подготовил к турниру. Я так посмотрел, почувствовал, что очень сейчас будет ЕД, значит, пошел слон C4, значит. Ну, такая медленная игра, такая, вот, ну, я всегда любил такие эти позиции, полностью его переиграл, как вот, значит, он, в какой-то момент он даже мне ничего предлагает, почему мне пойти хуже, там, как делал псевдоактивный ход, естественно, я отказался, очень качественно выиграл партию, четко совершенно. Вот. Во втором туре выиграл Свешникову партию. Вот. В Сицилианской С3, кстати, там, значит, там применил новинку. То есть он выиграл партию у нашего мастера Гавашлиашвили в Спартакиаде.
А я там подготовил там усиление, в общем, значит, как бы... Получился Яншпиль у меня чуть лучше, в общем. Он выиграл не очень хорошо. Потом я, у меня был выигран Яншпиль, я допустил серьезнейшую ошибку. Дворецкий, не, конечно, доволен был, указав, что это за ход, там, G6 сделали, в принципе, да? Что действительно ход выпускает выигрыш, вместо этого был нормально. Но я там вдохновился, я увидел ловушку в пешечном Яншпиле, в который Свешников попал. Вот, поэтому я просто поторопился, вот, значит, да. Вот. И в итоге он попадает в ловушку, значит, я выиграл партию, значит, 2 из 2. И в третьем туре я играю с Юсупом. Вот, в принципе, значит, да. Значит, ну, вот, значит, Е4, Е5, значит, и Артур решил сыграть открытый раунд испанской партии. Вот, как бы. Ну, я не могу сказать, что я, как бы, в тот момент что-то особенно знал по этому варианту. Вот. Значит, ну, я решил тут, как бы, немножко удивить его. Сыграл тут слон Е3. Слон Е3. Слон Е7, конь Д2. Конь Д2, кстати, неудачный ход, потому что есть конь С5. Есть ход. Тоже стандартный маневр. Точнее, С3, потому что конь С5 на С3, уже конь Д3 будет ход здесь. Надо ходить, поэтому начинать надо с хода С3, в принципе, правильно. Ну, как, собственно, играют. Ну, да, так, теперь я пошел С3. Вот. Ну, здесь он сделал ход слон G4, ход, кстати, сейчас, по-моему, сейчас там Анант играл, там доказали, что черный держится, но вообще, как бы, там, сильнее ходить, по-моему, сильнее ходить или конь С5, или как там, ферзь D7, там. Ну, ферзь D7, Муширов со мной играл, слон C2. Там, ну, слон G4 тоже плановый. Слон G4, да, плановый ход, как бы, я, в общем, не сильно все это знал, но я здесь побил на E4, как бы, ферзь D5 сыграл. Вот. Здесь, по-моему, ничья, пусть ферзь будет D5, сейчас они вот натренировались сделать ничью. Вот. Но, в общем, Артур был здесь немножко, конечно, так, такая ситуация новая, нестабильная. Он вообще не очень уверен себя чувствовал, как ситуация меняется быстро. Он побил на F3, я побил на C6, побил на G2, значит, ферзь G2, и пошел ферзь D7. Вот, как бы, ну, это, как бы, ему показалось, что очень хорошо. Я все играл с листа здесь. Ну, понятно, что, значит, если сейчас белые ничего не сделают, просто у них будет просто плохо, потому что, ну, ход слон H6, естественно, как бы, я тут... Опцион. Да, естественно, конечно, естественно, сделал. Вот. И здесь уже у черных возникает, как ни странно, проблема. Вот, в принципе, значит, он побил на H6, да, Пол? Да, побил. Побил F3. Ну, белые как фигуру отыгрывают, но еще очень важно, что, как бы, все-таки белый слон, он начинает работать активно. Хотя, мне кажется, пасть далеко не такая плохая у черных, в принципе, здесь, как бы, вот. Ну, не артуровская игра. Да, не артуровская. И он ходит здесь, он пошел здесь H5. H5, по-моему, не лучший ход H5. Да, ошибка. H5 ошибка, там надо было что-то, королем надо уходить было, да, по-моему, здесь. Я пишу. Ладья E8. Ладья E8. Ну, в общем, скорее всего, да. Значит, просто потом поле G5 слона здесь. Если белый будет забирать, слон может перекрываться. Вот такой вот ход был. Вот. А H5, только вот он, как бы, ну, ход, естественно, защитит пешку, но на самом деле дает белым возможность быстро. Значит, ладья D1, ферзь D5. Ферзь C. Нет. А, ферзь F5. Ферзь F5. Ферзь F5, FG. FG, а теперь бить на G4, там в конце ладья D7 будет очень неприятно заход. Значит, поэтому ферзь будет E5. Здесь очень сильный ход ладья DE1. На самом деле, да, вот этот ход. Вот выигрывающую партию просто, на самом деле. Вот. Просто все разваливается. Ферзь C5 шах был, да, по-моему? Да. Король H1, ладья D8, и здесь ладья F5. Неожиданно. Ладья F5, ферзь D6. Фигура с темпами, да? Ферзь D6, ладья F5, ладья B5. Просто фигуру вчера потеряли. Ну, ферзь F6, G5. Просто выиграли фигуру. Ну, как-то еще сопротивлялся, в общем. Да, ну тут быстро партия закончилась. Да, партия заканчивалась так быстро. Значит, да, Три из трех. Значит, ну, как... Причем, как бы, ну, тут никого не удивляло. Понятно. Вот. А потом партия с Рожковским там вот была. Я пытался найти выигрыш в этом форсированном варианте с отравленной пешкой, слон G5. Там, в общем, большие осложнения были. В общем, в итоге вечный шах, там ничего не получилось. И потом серия из ничьих идет, 6 ничьих. Причем идет игровые ничьи все время. Борьба там с Рожковским была интересная партия, с Разуваевым, да, вот близко, ну, не получается. 6 ничьих, вот, ну, все равно плюс 3. То есть 9 туров плюс 3. Не те плюс 3, которые вы в уме считали, уже плюс 3, в общем, это как бы... И более того, в принципе, впереди у меня
там какую-то такую, как, знаешь, такой жирный ряд. Обзорный ряд. Да, Лернер, Аникаев, который на последнем месте, Белявский, Ваганян плохо играющий. То есть как вот там аутсайдеры турнира просто идут. Вот оно, да. Значит, вот. Сейчас пора прорываться. А я помню, значит, там как раз по разнарядке надо было сеанс где-то давать. Знаешь, все ходили куда-то, там давали там, за какие-то небольшие деньги сеансы официально в какие-то советские учреждения. А потом мы с Никитой пошли еще к фильму смотреть «Один». Не «Один», это «Ой», как «Викинги». «Викинги» фильм назывался. Значит, ведь, 58-го года фильм. Конце, да, 58-го года с Кирком Дугласом там. С помощью Тони Кёртисом. В общем, я там очень вдохновился, там они «Один» кричали, там все штурмовались, все, значит, я выхожу на партию с Лернером, причем, значит, у меня уже как бы там новая идея была вот в этом, в Немцовиче, «Сколь же Е2», там с «Ж3», с «Лонж2», там «Аж3», «Ж4», движение, в общем, все идеально складывается, в общем. Лернер явно не готов к этому, в общем, захватываю инициативу, времени больше у меня, позиция, ну, он там пытается какую-то контр-игру создать, позиция просто выигранная там, он уже пешка лишняя, там вторая лишняя пешка. Вот. Ну, какая-то контр-игра у него есть, как бы. И тут я не знаю, что начинает происходить. Просто вот вдруг просто как это, серия ходов невероятная. И значит, вместо там, того, чтобы там спокойно выиграть, ну, достаточно уверенно, я, в общем, все отдаю и, в общем, проигрываю партию. Шок вообще просто, знаешь, в принципе, у меня. Значит. А на следующий день с Ваганяном я играю. Значит, ну, правда, Рафик мне как бы вернул подарок, потому что позиция у него была очень плохая была. Неприятная позиция была. Вот. Но он играл плохо, в общем-то. В итоге как бы это самое, все напутал, и потом я уже выиграл. Следующий Аникаев. Он вообще аутсайдер турнира. Я играю белыми, получаю подавляющую позицию. У меня стало +3, значит, и снова я уже +4 сейчас, значит, у меня, значит, так. Что я начинаю делать там, это, конечно, это отдельный разговор, потому что как-то какой-то совершенно идет необъяснимый набор ходов. Как бы, значит, все отдаю, как бы, партия откладывается, у меня уже хуже. Ну, я не знаю, проиграно нету, хуже уже. Просто. На следующий день я с Белявским вообще играть не могу. Просто, значит, опять получаю нормальную позицию в биноне. Вот, но делаю опять, вместо того, чтобы как бы нормально играть, делаю опять странный ход, допускаю, в общем, возможность, как бы, ну, по сути, меня полностью парализует, легко выигрывает, то есть. А потом еще предоигрываю, не проигрываю Аникаеву. Просто, значит, вот. Значит, и вместо там +4, +5, +1. Остается 4 года до конца, в общем. Ну, и вот эта партия с Купрейчиком, правда, Никитин, который вспоминает, когда, значит, в общем, я явно, конечно, не в себе, просто начинаем партию. Это вот момент, конечно, когда, значит, Купрейчик играет, значит, славянскую, я, значит, решил играть гамбит, но мне уж все равно было, как я в таком состоянии был, так, А4, Е6, значит, АБ, конь С3, ЦЦБ, конь Ж5, слон Б7, ферзь Ж5, ферзь Д7. Кстати, ну это, по-моему, не лучше ходить. Здесь я потом хорошую партию выиграю на Олимпиаде у Петерсона. Это будет вариант, я пойду слон Е2 здесь, на самом деле. И, в общем, здесь у белых нормальная компенсация. Ну, все-таки Ж6 ходить надо, а не ферзь Д7. Но вот в тот момент я что-то смотрю на пальцы, да, думаю, пойду куплю Аж7. Здесь, вот. Причь какой-то конь С6, я бью на Ф8. И когда я бью на Ф8, я понимаю, что сейчас есть ход ферзь Д4. Просто ход ферзь Д4. То есть, который, в общем, ну, я для себя решил, что пойду ферзь F3, пойду ферзь E5, слон E2 буду играть. Буду эту позицию, там, слон E4. Ну-ка буду, ну, что ж, по крайней мере, не сдаться сразу. Купрейчик начинает думать, почему. А он очень хорошо играл в турнире, но потом он, как бы, он лидировал даже в какой-то момент. Вот, буквально, ну, в общем, выиграл много партий. А потом сбавил оборот, начал проигрывать, в общем, явно потек тоже. И он начинает думать. Я вот смотрю на доску, я все понимаю, да, что сейчас я же D4. В общем, Купрейчик тоже может ход увидеть. Он думает. Думает. Я смотрю на доску. Не знаю, что мне делать. И сижу. Геллер явно увидел это просто. Значит, вот, к счастью, такое ощущение, Купрейчик не посмотрел по сторонам, потому что там многие на сцене просто увидели этот ход уже, и это просто, знаешь, когда в воздухе носится. Летает, да. И он какое-то время продумывал здесь. Никитин там тоже в ужасе уже, что вообще все, конец вообще сейчас там.
50% вообще там еще вылез, там провал был. В общем, Купрянчик побил на H5 в итоге. Спас. Был на H5, да, конь D7, король D7, пошел ладья B1 здесь. Вот, ну, в итоге, как он еще там H6, дал мне еще пешку выиграть здесь. Вот, какую-то компенсацию получил, но в итоге, в общем, я выиграю партию. Вот, потом достаточно сделаю уверенную ничью с Балашовым, ну, там белыми, черными довольно быстро. И в 16-м туре играл с Долматовым. Там была разменная славянка была, я получил инициативу. В общем, какой момент был выигранная позиция, а потом вот она была, партия была отложена, и отложена была, в общем, близко к выигранной, но непонятно. Мы очень хорошо проанализировали позицию. Там, на самом деле, это один из таких очень хороших анализов. Я, в общем, гордился, потому что все еще как бы ученик Дворецкого был. Мы тут в эндшпиле все проработали. Вот, как бы там, ладейный эндшпиль в итоге, как бы вот кончилось. Там, буквально все по анализу. 20 ходов анализа. Я был страшно горд. Снова плюс 3. В последнем туре я играю черным сталем. Ну, Артур Лебел уже плюс 4, в принципе. Геллер плюс 5. Михаил Нехемич, а он играл плохо как бы в этом турнире, как бы, в принципе, он сказал, ну, наверное, может быть, не будем особенно как бы напрягаться. Я сказал, ну, естественно, как бы. Год назад мы сделали ничью в Тбилиси, сделали ничью здесь. В общем, и в итоге плюс 3, дележ 3-4 места с Балашовым, значит, как бронзовая медаль. Конечно, хотелось бы лучше. Не триумф, но не провал. Да, ну Юсупов взял второе место. На самом деле, неприятно. Да, неприятно. Это конкуренция, значит, да. Вот. И я помню, когда значит, турнир кончается, значит, там я вот выхожу за кулисы, и ко мне попадает Батуринский. Угу. Виктор Давыдович, маленький, с сигарой. Значит, мы тут посовещались, тут решили, что хотим взять тебя в сборную. Сейчас вот будет первенство Европы. Вот, значит, Я говорю, ну, конечно, с удовольствием. Ну вот, хорошо, да, в принципе. Значит, вот поедешь, значит, на там 10 человек команда. Ну, мы тебя возьмем вторым запасным. Да, хорошо, в принципе, да. Вот Артура возьмем первым запасным, тебя вторым. Я так, да, как-то спрашиваю, почему вторым запасным? Но он же выше тебя стал в первенстве СССР. Я говорю, вообще-то, если это критерий, то я же обогнал Романишина и Ваганяна. Он так посмотрел, да, значит, ну, понятно, что я просто из чувства противоречия должен был сказать, в общем. Вот, и, в общем, год кончается, сам кончается успехом, я добираю рейтинг, уже как бы там, я уже не знаю, какой он там у меня. Идет к 2600. А, кстати, Никитин, начиная с какого года он начинает вести? С 77-го, что ли? Вот он начинает вести, когда я появляюсь в рейтинге в советском. Значит, там же наши фамилии с Карповым шли подряд. Да. На самом деле. Там Карпов, Каспаров. Они просто алфавитно шли подряд. И вот он начинает вести сам, у него таблица. Кривые, да? Да, графа рейтингов была, Никита, да, нарисована была, значит, рейтинги были, значит, там мастер, там, гроссмейстер, там, супергроссмейстер, там, Карпов, там, чемпион мира, а дальше был написан Фишер. А он Фишера обоготворил. Нет, ну Фишер вышел. Категория была Фишер. Категория после была Фишер, была категория у Никитина. Вот. И вот, значит, когда рейтинги начинают сближаться. Карпов пансионамочка где-то в 2700 находится. Ну, уже рейтинги начинают сближаться. И вот так вот 79 год кончается. Последний 10 класс у меня, в принципе, уже. Я практически не учусь уже, потому что я учился только в первой четверти 10 класса, а дальше все сдавал экстерн. Ну, сдавал честно, правда. Честно сдавал, учился, как свои пятерки получал. Вот. Уже идет профессиональная работа, на самом деле, потому что я все-таки уже гроссмейстер, сильный гроссмейстер, можно сказать, экстра-класса, и меня берут в сборную СССР. Ну, тоже событие все-таки. Понятно, что 10 человек, как бы там играет, все-таки это не олимпийская сборная, не 6 человек, но все-таки это возможность отличиться. И вот январь 80-го года
мы едем в Швецию на первенство Европы.